Доброе время суток, друзья. Сегодня поспевает уже и поспел сорт Royal Majestic, персик. Это сорт американской селекции, уже известный несколько лет в нашей стране. Вот, сегодня 28 июля 2017 год. Вот. Плоды крупные, 180 до 250 грамм и более, это средний вес. Товарность высокая, морозостойкость тоже очень хорошая, неплохо себя показывает. Вкусовые качества на высоте, вообще это шедевр для меня. Это рыночный сорт, транспортабельный очень. Гладкое опушение на кожице. Практически отсутствует, такое еле-еле заметное. Кто его попробует, то, конечно, только его и будет есть. Это очень вкусный персик. Это товарняк для рынка, для супермаркета. Мне он очень нравится. Это в первую, на пятерку персиков входил бы моих любимых Royal Majestic. Сервелы, конечно, хороши, серия. Но Royal Majestic особенность тем, что он созревает до Red Heaven. И причем крупный размер. Внешний вид. Бомбовый. Вот эта нагрузка. Сейчас покажу. Вот этот деревцу третий год. То есть я его, конечно, перегружаю. Но тем не менее он и прирост дал хороший. И плоды вот грамм по 200 крупные. В этом году он отстал по отношению, как и все сорта. Так он обычно был 17-20 июля, 10 дней. Некоторые плоды уже переспели, но он уже дня три как готов. Некоторые твердые, ну уже можно полностью обрывать и реализовать и употреблять. Очень вкусный персик, один из самых вкусных для меня, с оранжевой мякотью. Сейчас будем пробовать. Так, вес 223 грамма, то есть 220, как раз его вес. Солнце сильно сейчас. Вот я покажу. Очень красивый персик, товарный. Даже если он в тени, он все равно приобретает вот такой цвет. Тешу, конечно, на солнышке. Сейчас я вырву. Опа. Тем больше приобретают темноты. Тут уже трошки даже переспел, мягенький. Будем пробовать. От косточки он не отделяется. Вот какая мякоть. Ярко-оранжевая. Или нет, темно-оранжевая. С краснотой. Ну, сюда каждый вот такой. Бывает. Некоторые года он очень красный здесь. Мякоть сочная.
Вкус тот же, очень вкусный. Кто приобретет роялы, да, любой роял в принципе, но маджестик мне больше всего нравится. Не пожалеет. Кожица легко съедаемая. Вкусный персик. Всем рекомендую.